классная игрушка, старая, помню ее. Короче, тут всего два уровня. Один уровень бежим поверху, собираем птичек и убиваем вот этих вот шустриков, которые сзади. Нам надо добежать до определенного вагона, а потом мы бежим уже внутри. Да, и встречается вот такая подача. Вот мы внутри вагона поезда, и нам надо перепрыгивать вот этих чудачков и не попасть в вот эту хрень, которая вверху летит. Чувачки тоже по нам стреляют. Мы должны уворачиваться. И нам надо добежать до самого первого вагона. И тогда игра пройдена. Недолго тут играть. Вот конец. Ну все, пока. Мы прошли игру.